Не, наверное, я никогда не буду за многонациональную Россию в плане, будучи ее частью. Так я не против многонациональной России. Пожалуйста, пусть она будет хоть многонациональной, хоть мононациональной, но как-нибудь без меня, там, без нас. Так, Милву Махет написал, задонатил, написал. Ассаламу алейкум. Уважай, расскажи про свой бункер. Как долго строил, почему выбрал? Менго этот цвет. Ты сидишь сейчас прямо перед входом в этот бункер. Уалейкум ассаляму. У меня много бункеров. Я периодически перемещаюсь по этим бункерам. Вообще, почему-то различные кадыровские деятели именно так представляют себе мою жизнь, что я где-то в каких-то бункерах сижу, что я на улицу не выхожу, ну или выхожу очень редко, что я, по сути, вообще не передвигаюсь. На самом деле, моя жизнь, конечно, она совершенно, ну она ровно противоположная. Но, в принципе, я думаю, даже хорошо, если они думают так. Томсо, как тебе в целом конференция Путина? Да никак, я же не эксперт по Путину, я же не путинские эти пресс-конференции обозреваю. Я думаю, здесь настолько уже эта ниша занята всевозможными журналистами, блогерами, обозревателями, экспертами, политологами, всеми, короче. Поэтому обозревать путинскую конференцию, что-то как-то там комментировать, ну, мне интересно, если бы там что-то конкретно касающееся вот именно там нас, что-то такое было бы, то, наверное, да, я бы это прокомментировал. А так, ну, не знаю, я буду каким-то там 100 каким-то чуваком, который скажет что-то об этой конференции. Здесь я, наоборот, предпочитаю, если мне это интересно, посмотреть обзор на эту конференцию от каких-то российских журналистов, там, обозревателей. Вот. А самому мне как-то это не интересно. А вот Кадыров был бы мне интересен, если бы он что-то такое интересное выдал бы на этой конференции. Если чеченцы такой свободолюбивый народ, как ты любишь повторять, почему, кроме тебя, я не... Где я это повторял? Почему ты написал, что я люблю это повторять? Я вообще не помню, чтобы я хоть раз публично что-то подобное говорил. Почему, кроме тебя и горстки других маргиналов, нет протеста и мятежной базы внутри Чечни? Только не надо повторять мантры про роль РФ. Здесь я, наверное, скажу словами классика, лауреата Нобелевской премии Муратова, Дмитрия Муратова. Когда он выступал, по-моему, в каком-то немецком городе, точно не помню. В общем, была какая-то конференция, и объясняя, почему нет таких вот масштабных выступлений в России против войны в Украине, объясняя это, он сказал: а где выступать? А как выступать, если митинги запрещены, за митинг, за это, значит, слово «война» просто людей сажают, столько-то политических заключенных. То есть человек объяснил. Вот я скажу то же самое, только здесь объяснение будет гораздо мощнее, чем объяснение Муратова, потому что здесь не просто политзаключенные, здесь конкретно убитые люди. И не за слово «война», а просто за то, что тебе не нравится то, что происходит в республике. За то, что ты мыслишь не так, как тебе позволено властью. Поэтому людей у нас за это уничтожают, убивают, сажают, привозят убитых детей под покровом ночи и говорят родителям, чтобы их хоронили. Как в этой ситуации людям в республике выражать вот эту вот тягу к свободе? А те, кто уехали за пределы и могут об этом говорить, эти люди говорят. Я думаю, этого вполне достаточно, если... Вообще, знаете, как бывает, я тоже ведь находился в положении вот тех людей, которые сейчас дома и не могут высказать свое мнение. И находясь в их положении, когда здесь, в Европе, кто-то высказывался, а тогда высказывающихся было вообще мало, это они были настолько редкими экземплярами,
Это был Мансур Садулаев, я помню, вот первые выступления Мансур Садулаев, и сейчас он уже, сейчас, хотя они оба уже не выступают публично. Второй был Ахмед, забыл его фамилию, который клал этот флаг с кадыровской физиономией, клал его под себя, под ноги, а вокруг был увешан различными мировыми флагами, и у него еще на фоне всегда была фотография Джона Маккейна. Алихаджиев, вот, Ахмед Алихаджиев, точно. Вот эти два человека, я помню, когда даже они что-то говорили, именно против того, что против власти, которая в республике вот этой, кремлевской, это настолько удовлетворяло. То есть они говорили как бы за всех нас. И я чувствовал некое удовлетворение, что кто-то мои мысли высказал. И бывало такое ощущение, как будто я это высказал. Бывает, когда ты на кого-то, например, злишься, тебе хочется выругаться на него и какое-то облегчение. Вот такое вот состояние облегчения, когда, например, там Мансур Садулаев высказался, и такой раз, о, как хорошо. Или, например, этот же Эли Хаджи. Несмотря на то, что там, конечно, с фотографиями Джона Маккейна там, и некоторыми вещами, которые он говорил, например, конечно, я мог быть не согласен. Но в целом, вот это вот высказывание, порицание этой кадыровской шайки доставляло удовольствие, удовлетворение. Поэтому то, что сейчас здесь, сейчас настало гораздо больше, сейчас очень, ну, не прям, конечно, очень, но немало людей высказываются в целом. То, что люди хотят сказать, причем люди теперь, чеченцы, живущие в республике, могут даже выбирать из различных ораторов, кто будет, то есть кто ему ближе по его убеждениям, по взглядам, кто высказывает именно его точку зрения, то есть уже есть какой-то выбор. И это хорошо. И поэтому люди, когда здесь за пределами высказываются, они высказывают не свою личную какую-то позицию, хотя да, я, конечно, говорю в данном случае свою личную позицию, но она совпадает с позицией сотен тысяч людей, проживающих у нас в республике. И они, точно так же, как и я тогда дома чувствовал это удовлетворение, вот они точно так же чувствуют удовлетворение, когда я там или другой говорящий здесь публичный деятель что-то такое говорит. Когда справедливость вернется, когда многонациональная Россия творит справедливость, вы будете за многонациональную Россию? Не, наверное, я никогда не буду за многонациональную Россию в плане, будучи ее частью. Так я не против многонациональной России. Пожалуйста, пусть она будет хоть многонациональной, хоть мононациональной, но как-нибудь без меня, там, без нас. Навряд ли, просто я не знаю, не вижу я такого сценария, при котором мне бы хотелось бы быть частью этой большой семьи. Что-то как-то не хочется. Хоть как там этот Муаммар Каддафи, по-моему, как-то аргументировал борьбу чеченцев. Он сказал, что типа, чеченцы не должны бороться за свободу, они должны, значит, оставаться с Россией, потому что Россия – это мощная там, ядерная держава, и вот с ней будет лучше и так далее. Вот я почему-то в этом плане не разделяю вот этого, этих взглядов Муаммара Каддафи. Мне симпатичнее быть маленьким государством, не ядерной державой, но свободной страной, как и сотни стран в этом мире. Конечно, вот эти вот запросы на могущество, на то, чтобы там быть мощными, сильными, но это такое возможно только в рамках целой уммы. Это невозможно в рамках там отдельно чеченского народа, который настолько мизерный в этом мире по сравнению с другими многочисленными народами. И ну, было бы нереально сейчас вообще о чем-то таком думать. А получить это могущество путем примыкания к какому-то мощному государству, будь то Россия или там Соединенные Штаты Америки или Великобритании, ну, мне это, честно говоря, не симпатично. Если мы будем говорить это в рамках целого народа. Понятно, там отдельно
будем искать для себя безопасность путем проживания там в каких-то странах, как, например, вот сегодня мы живем в Швеции, это другой вопрос. Но если мы говорим в рамках целого народа, того, чего мы хотим для этого народа, то здесь мы... Я не желаю своему народу вот этой вот жизни в составе России или какого-нибудь другого государства. انتظريني يا قدس وانتظريني سأزيل سدودا